Новогодние святы начинаются. Сегодня у Гомельской области даден старт традиционной республиканской акции «Наши дети». Первый новогодний ранечник для детей-сирот из домов семейного типа прошел у Центра экологичного туризма у Гомельском районе. На им побывала Ганна Корольчук. С Новым годом! С Новым годом! Поздравляю всех гостей! Дед Мороз и Снягурка витают своих гостей – детей из Ветковского, Речицкого, Петриковского, Наравлянского и Гомельского районов. Коля 100 хлопчиков и девчонок приехали на встречу с сказкой разом со своими батьками и опекунами. Организаторы доброчинного мероприемства – Белорусский детячий фонд и Министерство по надзвичайных ситуациях. Они объединили намагания, как порадовать детей и обделенных батьковской увагой. При этом свято постарались сделать не только веселым, но и корыстным. Дед Мороз, Снегурочка и, конечно же, герои из волшебной книги детям покажут безопасное поведение не только в период новогодних праздников, но и детских каникул. Конечно же, Министерство по чрезвычайным ситуациям много внимания уделяет для безопасного проведения свободного отдыха детей наших. И делается все для того, чтобы безопасна жизнедеятельность наших граждан и, конечно же, наших детей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы всегда, как работники МЧС, приходим на помощь. Детей чекала гульневая программа и карагоды на свежем поветре, а так само знакомство с безопасным Дедом Морозом, який подрыхтовал интерактивные конкурсы. Шмат эмоций выкликала экскурсия по зоопарку и кормлению живел. Такие пригоды запомнятся хлопчикам и девчонкам на весь наступный год. Праздник классный очень. Мне понравилось смотреть животных, особенно зубры понравились. Мне понравилось, как мы возле елки танцевали. Хороводы, да, водили? Так, а тебе? Мне понравилось, как показывали зверей. Я приехала с города Наровли, я в 6 классе, мне 12 лет. Здесь мне очень понравилось, как нам показывали зверей. Мы здесь сегодня танцевали, гуляли с Дедом Морозом, пили чай и смотрели всякие различные игры. А что больше всего понравилось? Мне понравилось, как мы танцевали возле елки. Мы приехали из города Ветка, Гомельской области. Приехали мы на елку. Здесь мы видели различных зверей. Потанцевали, веселились. Далее детей чекал солодкий стол и подарунки, набытые дякуючи МНС и организациям-партнерам детячего фонду. Нагадаем, громадское объединение проводит такие доброчинные ранечники амаль 20 годов. Мы очень хотели, чтобы дети получили впечатление, чтобы они получили хорошее настроение. И благодаря вот хозяевам этого экологического туристического центра, благодаря нашим спонсорам, которые нам дали возможность еще детей порадовать и сладкими подарками. И такая сегодня возможность, и такой сегодня позитив у всех детей. Мы забыли, что это зима, что есть проблемы. Мы очень надеемся, что мы будем все живы и здоровы, и мы будем все вместе здравствовать и надеюсь на хорошее будущее. Акция «Наши дети» протягнется у Беларуси до 19 студеня. Все доброчинные мероприемства будут проходить с захованием санитарных норм. Не глядя на складанную эпидемиологичную обстановку, этих детей нельзя лишать новогодних отсюда. А вот такое свято на открытом поветре – это добрая махчина. Чимость отримать незабывные уражения. Для соправдного казачного настрою не хапая, бодай, что только снега. Ганна Корольчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».